Или моя любимая сирень. А-а-а. Да, запах, конечно, обалдючий. Так, у нас что тут? Магазин Флагман. Или холодная? Почему я не могу найти тампоны с большим количеством капель? Так, Sunlight. Козлы. Да? То, что этот браслеты не дают. Пирожное. Так. Болонезе. Так. А ты Меллер любишь вообще? Не слышит. Это первый раз взяла, не знаю. С йодированной солью. Надеюсь, вкусно будет. Так, и Брюс. Брюс, ты где? А, Брюс? Говядина, курица. Брюс! Что у нас тут? Вот, а я хотела, конечно, браслет. Такой вот кожаный, как они говорят. Под кожу. Она что говорит, что это кожаный, да? Твердое. Ну да. Черти чё. Но я пиво не купил никогда. Стер. О. Огород. Все тюльпанчики. Девятое мая, солнечное. Вон лук, перец. Ну еще там это. Вот видишь, какие они пора. Но они все с прослоечкой. Стейки. Не гоже. Не гоже все. Что он, да я тебя надо это дело все уже убирать, сосет желудок, да? Ну, массу увидел. Комментарии, да? Ну да, снимаю. Но я вас не снимаю. Или снимать? Твой отец тоже, наверное, хорошо делает. Ну да, вроде. Ну, бывает. Бывает жесткое у него, но все бывает. Так вроде нормально. Консультируйся. У тебя всегда говорит, получается жесткий. Вот Антону позвони. Потом Виктор. Вот у Виктора получился шашлык. Изумительный. Что ты делаешь? Так. А мне их там надо будет наливать или не надо будет? Кого? Жир. Кого? Масло. Вот шампиньон. Зачем? Он сам появится. Сам появится. Сок сам появится. Секундочку, сейчас он не появится. Да. Яйца, яйца. Лычники. Виктору звоню, как? Ты его. Ну, правда, лук мелко, видишь? Там даже в этом самом было написано, кто лук крупно режет, тот ленивый этот самый. А я сейчас с ним ножом. Он бабушку шулю варит.
Для вас пока мама. Хотя бабушка. Кто бабушка? Мама. Да ну нет, какая бабушка? Все. Ну, так за один раз все. Ну и замечательно. А потом будем грибы. Потом что, рыба? Потом грибы. А. Это рыба. Грибы, это все давай. Нет, это рыба. Ну ты красный. Это что, пелосины? Ну. Оранжевый. Ну, он сейчас быстро приготовится. Ну, мясо. Маловато, Катюшка. Жир свисает, а? Катя, ты почему не следишь за его фигурой? Я за ним следила, за его фигурой. Он меня потом обвинил, что я его голодом морю. Что он не доедал. И как на хлеба пошел свои, начал трескать. Ну да. Что хочу, то и ем. Да. А не то, что дадут. Во сколько захочу, во сколько не ем. Сколько хочу, да? Дай-ка, наверное, под грибу начну сюда. Давай. А? Чего? Может, хлеб забыла выпекать? Прям печка. Сирени это, да, еще? А там есть это, просадники поди. Там уже распустилась. Белая. А во дворе она уже тушит. Цветет по городе. А, белая, да. Это белая, а там вот... Бревно такое. Сирень. Это у родителей мужа. Вот моя сирень. Шашлычник. Шашлычник. Андон. Ну что? Жарко. Наша шейка приготовится. Это с собой не берет, нет? Там качать надо. Что за фирма? Чего? Обуви. Не знаю. Кутюр. Адидас. Кутюр. Еда. Еда. Это точно будет поставить. А как фотографии на мой сайт перевести самое? Одноклассника перевести. Сохраняешь их к себе. И потом. Короче, зайдешь, ко мне все переведешь. А какие фотографии тебе надо? Тебе с Рыбалкина? С Рыбалкина, да. Еще на чердаке. А где у вас чердаки? Вот. Барабанная дробь. Люди
то походи. А? Ну такая. Не задави меня. Что говоришь? Не задави меня. Вот так вот я ездила, да? Велосипед стелс. Да ты уже его снимал, 10 раз мы его сегодня сняли. У нас сегодня 9 мая, да. Мечта в глаз попала. Все? Выключай. У нас... собраться, блин, вышли. Только были дома, вышли, и дождь пошел. А я еще не в кожанке, еще и зонт не взяла. Но вчера 9 мая было, была отличная погода, солнечно, тепло, на велике я покаталась. Вот. Что ж такое-то? Птица накакала. Кстати, секс — наша работа, самая офигенная, считается, парфюмированная, как освежитель, да, Контекс, от, для машин. Но проблема в том, что они очень быстро, как сказать, ну, отдыхаются, что ли, да. Вот. Так что приметьте вот это название, попробуйте, очень вкусный аромат. Я тут музыку слушаю. Правила. Так. Девятое мая, сегодня 10. Вот такие у нас на машинах ракеты. А мы приехали в Магнит, короче. О, спасибо деду за победу. Дождик целый день идет, что мы домой едем. Я кричу, да, чтобы все слышали. Засматриваться меньше надо. Я не засматриваю. Так, нам нужны грибы зачем? Чтобы их пожарить, правильно? Да. Как мы делали вчера на 9 мая, а сегодня мы себе будем делать. Себе в рот, себе в живот. Короче, приехали жарить что, грибы, да? Соседнюю, как на деревня, нет? Можно назвать деревней? Почему? Надежда называется. Вера, надежда, любовь. У нас время где-то 8 часов, наверное. Какашками пахнет. А, вон же коровы. Конечно. Ничего не видно, кроме огня. Темнеет вовсю. Поели тут вовсю. В общем, получается как-то так, да? Да. Ну, вкус обалденный.
объяснять. Так, девчонки, я решила с вами поделиться, что я купила в Магнит, да, в большом гипермаркете. В общем, пока не забыла, так устала, сегодня 10 число, уже 12 часов. Думаю, сейчас засниму, как раз с вами попрощаюсь и сумки разберу. В общем, купила себе такие тапочки комнатные, 36 размер. Ну, мне как раз красивые такие, классные, они стоили 400 рублей. Ну, как бы, вот. Там потом есть всякие на выбор. Летние сланцы тоже надо будет взять, тоже такая же цена, от 400, то есть не так уж он там и дешевый, то есть не 100 рублей, да, не 150, там не 200, такие какие-то цены. Мне кажется, такие красивые, они мягкие, суперские. Так, это сюда. Взялась я попробовать кашу Fit Parat. Здоровье — это здорово. Льняная каша — это яблоко с корицей у меня. О, господи, я такая. Я не знаю, никогда не пробовала. Как ее тут, наверное, будет нормально залить водой, думаю, и все. Здесь куча витаминов, видите, нарисовано. Написано, точнее. Попробую. Стоило 15 рублей, по-моему, один пакетик. Далее я себе купила пластыри. 20 штук. Пластыри прозрачные. Надеюсь, что будут хорошо крепиться, клеится. А то у меня там есть обувь, надо разнашивать, а то они пипец как не натирают. Здесь вот какие Transparent фирма. А, пластырь для мужчин после бритья. На ручки. И какие-то там что-то еще. Вот. И 6 сезон пластыря, они нужны. Так, мешки для мусора. 20 штук по 60 литров. Далее мне зубная щетка от фирмы Oral-B. Написано отбеливание. Это мне. У меня зубные щетки очень быстро уходят. Здесь такая с блеском, с блесками. Так, вот это. Далее не могла найти в аптеках противогерпетическую помаду, а в этом магазине нашла. Фирма Рассвет. Эффективное средство защиты от вирусных инфекций для всей семьи. Герпес. Такую я уже не раз себе покупала. Смазывать пораженные участки кожи и губ каждые 2-3 часа. Здесь, видите, не на русском, поэтому ничего не могу сказать. Блин, даже содиум это здесь засовывают. Замечательно. Так, я себе купила носки. Рассказываю историю этих носков. Написано было на ночной этикетке, на витрине, что они такие длинные. Зимние носки по 25 рублей. На кассе вышло, что они по 70 рублей. Я себе взяла две пачки. Ну, две этих. Две. Видите, думала, 50 рублей выйдет. Думаю, да ладно, возьму. А оказалось, что сколько? 140. Обман, обман, блин, вечно. Нас накалывают покупатели. Вот такие. Мужу такие взяла. Ну, так, если фирма, то вот. Тоже два таких одинаковых. Далее это клей взяли. Там куча всяких блокнотов. Вот этих я люблю их. Ну, всякие ежедневники. Я просто страдаю. Ну, люблю такие вот книжечки пустые. Это, по-моему, розовый. Ну, я сейчас не открою. Ну, розовый, по-моему. Так, из этого пакета мне все без ацетона. Жидкость для снятия лака нужно всегда. Так, с этого пакета все. С этого я взяла софт, салфетки бумажные, такой расцветки, здесь 100 штук. Потом Зева с моим любимым ароматом сирени. У меня тут влазит. Так, что ли, взять? Не знаю пока, как пахнет. Единственная смываемая втулка. Да, мы знаем, что они смываются. Так, я взяла Глорикс для мытья полов. Ну, уж нравится мне очень Глорикс. Ну, может, потому что пишут, что удаляет аллергены у нас животные, поэтому для меня очень важно. Свежесть Атлантики 1 литр. Так, далее. Я себе взяла себе. Я знаю, что у меня кот ест. Пивные дрожжи Эко Плюс с кальцием, магнием и витамином D3. Только 5 калорий в день. Килокалорий в день.
Так, что у нас тут написано? Хотела вам прочитать показания. Но на поправление взрослым вот так. Витамин С мощный антиоксидант. Тут витамин В, кальций, магний, витамин D3, витамин С. Я хотела. Сейчас, наверное, не найду. Сейчас буду тупить 3 часа. Белогим. Рекомендовано в качестве источника. Ну, господи, одно и то же. Где-то было написано, сейчас не найду. Далее. Там тоже были биологически активная добавка к пище, звездочка, фирма ментол и эвкалипт. Таблетки для рассасывания. Ну, у меня с горлом просто проблема такая, поэтому нужно порассасываться, чем перши постоянно. Поэтому выглядят они вот так. Стоили вот эти вот в магните 80 рублей. Ну, зеленые такие. Сосадки до сосадки. Вот. Думаю, да возьму я, пусть будет, мне пригодятся. Так, массажный пилинг для тела от баньки Агафьи, секреты сибирской травницы на 5 маслах. Органические масла ромашки, амаранта, малина, масло, календула, косточка, облепиха, кедр. Очень такая маленькая упаковка. Ну ладно, себе взяла дезодорант, алоэ вера, Рексона. Так, ну это понятно. И у меня, по-моему, заканчивается здесь. Между прочим, где 2 пакета вышли на 1700 рублей. Что-то как-то тоже мне. Я себе взяла шампунь от фирмы Green Mama, формула тайги. Шампунь для нормальных волос, береза и земляника. Сила целебных растений 400 мл. Такая вот бутылочка. Думаю, попробую. Береза – национальный символ России. Особенно мы благодарны ей в бане за здоровый аромат. Вот как-то так. Депантенол, алантаин. Так. Береза, земляники, хмеля, мать и мачеха. В общем, здесь и всякая херня для пены. Вот это. Вот как-то вот так вот. В общем, мы заехали в магазин. Это у нас вчера был 9 мая. Это я устала. Вчера праздник, сегодня праздник. Вот, и хочу отдыхать, не могу. На этом я заканчиваю свой влог. Увидимся в следующих влогах. Пишите в комментариях, как вы праздновали День Победы. Всех с праздником. Дай Бог, чтобы наше небо над головой было всегда таким облачным и не было никаких войн. Всем пока-пока.